В министерстве по чрезвычайным ситуациям одна трагедия следует за другой. Крушение вертолета Ми-8 в Подмосковье. Трое погибших. Пожар на складе теперь в Москве, как уже было сказано, унес жизни 8 спасателей. С главой МЧС сегодня встретился Владимир Путин. Президент выразил соболезнования семьям погибших пожарных, а также попросил Владимира Пучкова объяснить, в чем причина происшествия. Я хочу выразить соболезнования семьям погибших наших товарищей. И хочу, чтобы в коллективах ваших знали, что сделаем все для того, чтобы поддержать семьи. Ну и, соответственно, и трудовые ваши коллективы, боевые расчеты поддержать. Я уверен, что вы это по своей линии официально все сделаете. Что хотел бы в этой связи сказать? Своевременное выявление возможных нарушений, связанных с обеспечением безопасности, в том числе пожароопасных сферах, вот своевременное выявление и реагирование своевременное на эти нарушения, безусловно, должны привести к не только к уменьшению трагедии подобного рода, но и к чрезвычайным происшествиям подобного рода. Прошу вас на это обратить внимание. Этот объект органами Госпожнадзора МЧС России за последние 3 года неоднократно проверялся. Последняя проверка была в марте 2016 года. Было выявлено ряд серьезных нарушений, связанных с отсутствием системы автоматического пожаротушения, дымоудаления и ряд других замечаний. Должностные лица и предприятия было наказано, оштрафовано и было выписано предписание по устранению недостатков до 1 ноября 2016 года. К сожалению, мы можем констатировать, что предписания эти не выполнялись. Но окончательный результат будет после проведения всех процессуальных действий.